Члены партии «Единая Россия» и ее сторонники организовали праздник по случаю Дня Победы в деревне Салманово. У мемориала живые камни памяти и скорби. Офицеры и курсанты Голицынского пограничного института выставили у мемориала почетный караул, поднесли и поставили к памятнику корзины с цветами от почетных гостей и произвели салют из стрелкового оружия.